В добрый час, уважаемые зрители, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Предлагаем посмотреть презентацию театра после капитального ремонта. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Башкортостан весной 2022 года в рамках реализации мероприятия «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта» в рамках федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура» Национальному молодежному театру предоставилась возможность засиять и зазвучать по-новому. В рамках данной программы театру выделена сумма 217 миллионов 57 тысяч 600 рублей из средств федерального бюджета с софинансированием из средств бюджета Республики Башкортостан. В ходе капитального ремонта Большого зала театра установлено высокотехнологичное оборудование. Приобретены современные линейные массивы, сабвуферы, вращающиеся головы, прожекторы следящего света, прожекторы профильного света, генераторы снега, стробоскопы, генераторы дыма и тумана. В стены зрительного зала вмонтированы акустические панели в форме СОР. Центральная часть сцены оснащена автоматизированным кругом вращения. Установлены входные двери, изготовленные из массива дуба. Это обновленный зрительный зал! Да! А еще обновленная великолепная сцена! Да! И шикарно! И для того, что помогает! Я рад трахался! Обновленный великолепный свет! Также для помощника режиссера приобретен новый пульт управления. На сцене установлено полностью автоматизированное штанкетное оборудование, приобретены современные проекторы и стационарный светодиодный экран. С использованием новых возможностей в ноябре 2023 года ко Дню народного единства в соответствии с государственной программой Российской Федерации молодежным театром был реализован спектакль «Сказание о семи батырах». В рамках капитального ремонта кровли полностью заменено устаревшее покрытие на более современное. В ходе капитального ремонта камерного зала театра приобретены современные линейные массивы, сабвуферы, микшерный пульт. Приобретена система синхроперевода, установлены вращающиеся головы, стробоскопы, прожекторы профильного света. По периметру зала вмонтированы акустические панели, приобретен светодиодный экран, приобретены трансформирующиеся кресла, установлены противопожарные двери, обновлен дизайн зрительного зала, заменено половое покрытие. В ходе капитального ремонта холодного хозяйственного двора проведена гидроизоляция крыши с последующей заменой гранитной плитки. Установлены новые противопожарные двери, произведена покраска стен, заасфальтировано основание холодного двора. В рамках капитального ремонта благоустроен центральный вход театра, заменен лестничный марш служебного входа. Все реализованные мероприятия в ходе капитального ремонта, безусловно, скажутся на спросе на спектакли Национального молодежного театра, увеличении стоимости театральных билетов и непосредственно на прибыли, которая обязательно будет направлена на дальнейшее развитие театра. Несмотря на то, что работы по капитальному ремонту проводились в течение достаточно длительного времени, театр не прерывал свою деятельность, осуществлял постановки новых спектаклей и оказывал услуги по показу спектаклей, выполняя государственные задания. Благодарим наших коллег, кто приютил нас, когда наша сцена была закрыта на капитальный ремонт, протянули нам руку дружбы, поделившись своей сценой для показа наших спектаклей. Это Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, Башкирский академический драматический театр имени Мажита Гафури, Башкирский государственный театр оперы и балета, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Городской культурно-досуговый центр «Уфимская детская филармония». В 2022 году
Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима занял почетное 3-е место в тройке лидеров по количеству посещений по Пушкинской карте среди театров Российской Федерации. На часть вырученных по Пушкинской карте средств театрам создана детская игровая комната, которая представляет собой игровое пространство для детей со всей необходимой атрибутикой, с возможностью проведения развлекательных анимационных мероприятий. В 2022 и 2023 году только в рамках федерального проекта партии «Единая Россия. Культура малой родины» по направлению «Театры детям» наш театр выпустил на своей сцене 5 премьерных спектаклей за счет субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Спектакль «Приключения Хаджина Средина» по дилогии Леонида Соловьева. Семейная драма «Отец» по пьесе Максима Горького «Последний». Притча «Акмула» по пьесе Зухры Буракаевой. Авантюрная комедия «Три мушкетера» Александра Дюма. Спектакль «Людоедик» по пьесе Сюзан Лебо. Также театр принял участие в 6 международных всероссийских театральных фестивалях, становился победителем, лауреатом. Спектакль «Планета» Евгения Гришковца участвовал на международном театральном фестивале «Радуга» в Санкт-Петербурге. В 4-м фестивале национальных театров России «Театральная осень» во Владикавказе на сцене Академического русского театра имени Евгения Вахтангова спектакль «Капитанская дочка» стал лауреатом фестиваля. Сценография спектакля «Капитанская дочка» была в числе принятых проектов в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» Международной премии «Золотой трясине» 2022. В межрегиональном молодежном театральном фестивале «Худсовет» в городе Саранск спектакль «Республика Шкит» стал лауреатом фестиваля. В театральном фестивале театров юных зрителей России современная пьеса для детей и юношества в Йошкар-Оле, спектакль «Приключения Хаджина Средина» Леонида Соловьева завоевал титул лучшего спектакля фестиваля. Кроме этого, стал победителем в номинациях «Лучшие костюмы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая эпизодическая роль». На 5-м межнациональном театральном фестивале «Сообщение» в городе Кудымкар Пермской области спектакль «Отец» Максима Горького получил награду за лучшую женскую роль. Также этот спектакль был участником фестиваля искусств «Горький плюс Нижний Новгород». Кроме этого, коллектив является активным участником всероссийского проекта «Большие гастроли». Благодаря капитальному ремонту наш театр стал еще более ярким и неординарным, готовым к непрерывному творческому поиску. Выражаем огромную благодарность за возможность качественного обновления театра Министерству культуры Российской Федерации, министру культуры Ольге Борисовне Любимовой, Министерству культуры Республики Башкортостан, министру культуры Амине Ивниевне Шафиковой. Позвольте зачитать приветственный адрес министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю коллектив и зрителей Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима с открытием. Театр является образцом служения идеалам искусства и культуры. Благодаря его преданной и профессиональной команде, жители и гости региона имеют возможность соприкоснуться с миром театрального искусства, увидеть яркие современные постановки на русском и башкирском языках. Сегодня, благодаря национальному проекту «Культура», здание театра обрело новую жизнь. Была восстановлена кровля театра, обновлен большой и камерный зал. Созданы комфортные условия для посещения спектаклей и мероприятий, каждый из которых, уверенно, надолго останется в памяти и сердцах зрителей. От имени Министерства культуры Российской Федерации желаю коллективу театра процветания, неиссякаемого творческого вдохновения и дальнейших успехов. Министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Спасибо за внимание. Наш вечер продолжается. На сцене народный артист Республики Башкортостан Ильнур Лукманов.